Один из сотрудников Яндекса, решивший остаться анонимным, показал видео, на котором Яндекс-станция разговаривает не привычным голосом Алисы, а голосом покойного солиста «Короля и Шута» Михаила Горшенева. Теперь Яндекс-станция приветствует хозяина громким «Хой» и отвечает на вопросы строчками из песен. Оказалось, тексты Киша могут стать ответом почти на любой бытовой вопрос. От «Какая погода за окном?» до «Чем повеселить компанию друзей?». На создание станции парня явно вдохновил комикс веб-артиста Дюрана, в котором художник пофантазировал, что было бы, если бы голосовой помощник Яндекса вдруг заговорил голосом покойного солиста группы «Король и Шут». Правда, финал у комикса печальный. Голосовой помощник осознает, что он машина, и сходит с ума. А чьим голосом заговорил бы ваш виртуальный помощник?